Песочные часы, платье, кровать, веер. Надо делать все. За 3 дня. Струны, да? Черти, шрифты. Бессмысленный набор звуков, типа Карел Гот. Черти, шрифты. Есть контакт. Отлично. А у меня? Ты видишь? Я тоже есть. Приступаем к работе. Гонки по вертикали сейчас будут. Его сиятельство, граф и графиня Воронцова, супруга и дочерня. Ой, не могу. Боже. Классная камера. А сказали, что она стоит 1000 евро, это правда? 12 евро. Блин, набрал. Ну все. Ты что набрал мне? Она стоит 12 евро. Кто ты сказал? Мне Антонио Вивальди сказал. Да? Да. Ну, чудно. Знаешь, составили мы разговор уже. Слушай, ну, еще очки нужны, конечно. И, причем тебе тоже. Причем тебе вот, ну, как бы, снаружи. Ручки, замки, корабли, стяжки, проволоки, веревки, шлифовка. Перки, лерки. Лерки и мечики. Лерки и мечики. Че, с желтыми бананами? Или там не было их в то время, бананов-то? Хозяйство. Хозяйство. Searching for ideas. Вот где секрет Арлекино. В шурупах, в саморезах, в цепях, стяжках, бурах. Предохранители. Испытание погрузчика для нового проекта в Майсоне, бочка Арлекино, на нее повезут бочку. Да, провода, землю, все вот эти вот дела. И это будет как бы специальная такая вот, ну, идея для спектакля. Да пригодится. Ну, пригодится. А, Magic Box, вот здесь все лежит. Есть все. Есть даже сигнальные ракеты. Я знаю, туда, я напихаю как раз одеяло, и мы сделаем колбасу. Из одеяла? Ну да. Mm-hmm.